это как раз Барвиха, Лакшери Виллэдж. Раньше здесь было поле. Росли с правой стороны яблоньки. И вот по этой дороге я ходил из школы домой. Школа находилась с левой стороны. Как раз вот поселке Жуковка. Это была обычная средняя школа. Мы проходили через железную дорогу на станции Барвиха. И дальше вот. Банк находился с правой стороны, тут был обычный такой сельповский магазин справа. Ну и также палаточки. А вот тут была огромная площадь, которая сейчас застроена. Там, где вот вы видите аптека, сейчас я заеду, покажу, и торговый центр. Стоял один человек, и звали его Максим, он жарил шашлыки, такой толстый Макс. Потом появилась корчма у Макса. Царская охота также появилась позже. Раньше ее здесь не было. Здесь была огромная площадка. Сюда приходили автобусы и разворачивались. 37-й автобус приходил. Так сейчас все это выглядит. Вот здесь была корчма у Макса. И здесь он стоял и жарил шашлыки. Прошло уже практически 30 лет все это было. Вот эта площадка осталась без изменений, которая справа. Вот тут справа памятник неизвестному солдату. Мы целым классом, целой школы приходили сюда 9 мая. Так сейчас все это выглядит. Железная дорога, она была здесь всегда. Иногда мы ездили в школу на электричке. Как раз вот станция Ильинская, а вот здесь станция Барвиха слева. Ну, это поселок Жуковка. Сюда, кстати, я ездил в школу и на велосипеде. Как раз вот тут пролегал мой маршрут. Кстати, вот дом, когда-то тут был школьный стадион и Барвихинская средняя школа. Наша франшиза наполнилась еще 10 программами, и так у нас получилось уже более 80 программ, связанных с иммиграцией. Это и визовые направления, и рабочие визы, трудоустройство, ПМЖ, ВНЖ, убежище и так далее, и так далее. Покупайте нашу франшизу, проходите обучение двухмесячное по второму пакету. Ну и зарабатывайте вместе с нами. Всем удачи, пока.